этом стенде мы рассказываем и показываем о поддержке российской элементной компонентной базы в Simulink, конкретно поддержке генерации кода из Simulink. В Simulink можно генерировать стандартный C-код и интегрировать его с, в общем-то, любыми целевыми процессорами, но эта задача часто не под силу людям, которые занимаются алгоритмами, математики, разработчики, инженеры. Это задача для программистов. Пакеты поддержки эту задачу помогают упростить, автоматизировать, предоставляя, например, в Simulink блоки и поддержку для различной периферии процессора, например, для цифровых входов-выходов, шима, ЦАПов, АЦП, КЭН и так далее. Кроме того, можно сгенерированный код из модели Simulink автоматически скомпилировать, собрать и загрузить и запустить его выполнение на целевом процессоре нажатием одной кнопки из Simulink. Другой функционал пакетов поддержки включает в себя возможность запуска моделей в режиме процессор в контуре, что используется для тестов и верификации, позволяет вам тестовые вектора, которые вы разработали в Simulink, повторно использовать на сгенерированном и скомпилированном коде, который работает на целевом процессоре. И также использовать режим, который называется External Mode или Monitor and Tune, который позволяет вживую настраивать параметры, калибровать ваш код, вашу систему управления, записывать данные и визуализировать сигналы. Все эти пакеты поддержки мы разрабатываем для различной элементной базы, ну, в первую очередь для российской, ну и для других процессоров тоже. Если вас не устраивают встроенные пакеты поддержки или вам не хватает какого-то функционала, то мы можем их расширить, доработать, кастомизировать под вашу конкретную отладочную плату, под тулчейн или среду разработки, которую вы используете, и под конкретные интерфейсы, которые вам нужны. Обращайтесь к нам за сервисами и за готовыми пакетами поддержки.